Глава Минздрава Германии заявил о занижении заболеваемости коронавирусом в стране. По словам Карла Лаутербаха, фактическая заболеваемость в настоящее время в 2 или 3 раза выше. Немецкий вирусолог Кристиан Дростен дал прогноз по пандемии. По мнению специалиста, в 2022 году коронавирусная инфекция будет напоминать обычную простуду. COVID-19 перестает протекать в тяжелой форме, при этом очень заразен, что способствует естественной иммунизации населения. Он отметил, что мир ожидает довольно спокойная зима. К другим новостям. Немецкие работодатели хотят опротестовать в суде закон о повышении зарплат. Ранее власти ФРГ рассказали о планах представить закон об увеличении нижнего предела заработной платы до 12 евро в начале 2022 года. Однако, по словам работодателей, в настоящий момент это является грубым нарушением автономии предприятий. С января в аптечках каждого автомобиля в Германии должны находиться 2 защитные медицинские маски. Это требование сохранится и после окончания пандемии. ВОЗ официально признала заболеванием зависимость от видеоигр. Игровая зависимость, называемая игровым расстройством, характеризуется постоянным или периодическим нарушением способности контролировать частоту или длительность времени, проводимого за видеоиграми в интернете и офлайн.